Раньше гранатомет в рюкзаке. Ну ладно. Так, всем привет, это Волк-одиночка и Шрам. И Шрам. Всем привет. Ну, нас попросили записать стрим для новичка одного. Да. Ну и может другим пригодится просто и посмотреть, ну чтобы посмотрели, как мы играли, потому что многие говорили, что мы читеры, там с Мапсаком играем. Ну, потому что лагеря мы находим на севере все, хотя там часто их делают. В общем, сейчас будем ходить. Играть. Ну, да. Смотрите. Ладно, да. Пошли в Олег. Пошли по грибы. Вот в том ангаре уже Волга стоит. Да. Сегодня был полный вайп сервера. Из-за читеров, которых вчера забанили. Одного там с моей помощью, может сказать, вычислили. Ну и все игроки начали с нуля. Ну какая разница, все равно все нормально. Ну так чё, кто в пожарку? Давай я. Давай я тогда дальше побегу. Так хотя давай вместе забежим, вдруг там оружие какое лежит. Я как всегда буду отвлекающий маневр. Для снайпера. Да, для снайперов отвлекающий маневр. Да где тут снайперы все сначала начали? Ну, а вдруг сейчас через Z нашли и сидят сейчас на городе. Смотри, там уже за кем-то зомби бегают. Пожарки. Может, пожарки? Был? Да. Может, за нами увидели, не знаю. Ну вообще не похоже, что пожарки кто-то есть, потому что все закрыто. Мы в таком стелсе идем сейчас, что нас сложно не заметить. Где разница? Мой автомат! Сейчас узнаем, чей автомат. А. Или что там вообще будет. Тут все чисто пока что. Я уже подниматься не хочу, потому что я вижу, что уже пусто будет. Да, внизу там чего нет? По трупаке лежит. Значит, кто-то забрал что-то лучше. Ну, пошли тогда дальше в магазин там. Здесь по-любому респится, либо Assault Pack, либо Patrol Pack, либо этот, Black Pack. Чешки обычно. Разве чешки? По-моему, чешки здесь не в пожарках не исполнится. Не знаю. Я уже побежал в магазин. Угу. Вот смотри, мы сейчас новичкам подаем вообще дурной пример, но, бля, профессионалы только так и делают, они просто бегают. Ну да, просто мы сейчас не учли, что там за новичков там, типа, тра-та-та. Кстати, кровь и морфи это очень нужные вещи. Морфи самая главная вещь. Потому что без морфи дальше далекие вылазки это бессмысленно. Я уже Ленфилд вижу. Я пептикол нашел. Я фонарик нашел. Я выжил. От фонарика разве дается? Да, дается. Не дается фонарик. Вот. Чешский бэкпэк нашел. Тут чисто. Арбалет. Я забираю. Еда есть. Я вылез провожу. Так, Анту, я так возьму. Какой Элис? У тебя не Элис. Ну, блин, в рюкзак. Я бинокль нашел. Ой, тут бинокль. Арбалет. Тут еще еда есть, забирай. А ты где, в магазине? Да. Так, я еще один винт беру. Упси. Я фляжку нашел. Тут часы еще есть. Бля. А я зомби привел. Ты ничего против не имеешь? От компании. Там ничего больше нету для меня. Полезного нет. Так, ну ладно. Только бесполезное. Угу. Я тогда в бар. В бар? Ну я в церковь побежал туда. Так, тут в баре уже убили зомбака. Кто-то был. Так, в принципе, воды у меня пока хватит. Более утоляющее. Забираю. Я думаю, что в пожарке сейчас. Либо в пожарке, либо в церкви. Не знаю. По-любому.
Еще часы. Банки, банки. Будем кидаться в зомбаков. Угу. Что тут? Вещь полезная. Угу. Болеутоляющие. Тут ПМ есть. Заберешь? Бери. А ты ж не будешь брать? Давай я заберу. В церкви кто-то был. Зомбаки убиты? Нет. Лежат патроны от Кольта, но самого Кольта нету. Блин, я сейчас так и видел. Опа, ко мне зомбак ползет. А, от меня уже. Он по воздуху прыгает. Бывает у них огорчение. Да, здесь реально кто был. Я в школу зайду тогда. Может, костюм найду какой. Либо рюкзак. Либо рюкзак. Так, не понял. За мной товарищ рабочий бежит. Я не понял, там то ли зомби прибежался, то ли человек сейчас. 11. Дымовая граната. Возьму. О, во, 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 во. Чё там? За мной товарищ. Чел, что ли? Да, 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 с да. Чем? Он меня убил. Топором, жопа. Чё ты его не убил? Подкрался незаметно. Чё ты его не убил? Я в него стрелу загадал одну. Ну, значит, я его завалю. Он где? В церкви? Нет, он в пожарке бегает. А? С топором. У него теперь арбалет. Ой, блин. Интересно, новичок что ли? Он не знает, если тут шрам торчит, то тут где-то рядом еще этот есть. Стрелок есть, значит. Волк-одиночка, не забывайте. Да, волк-одиночка. Да, волк-одиночка, я увижу. Вот, пожарки. Он мой рюкзак украл, 100%. Че у тебя за рюкзак? Чешский бэкпак. Че? Я в электро. Ну, отлично. Подумаешь, начало немножко неудачное. Ну. Не страшно. Я привык, что я уже с автоматом. А, это спаун. У меня сейчас ник высветился. Спаун? Ну, все. Он вроде как друг для меня был, но теперь не друг. Так, вот ты мертвый, а его что-то я не вижу. Да, у тебя патрул пак. У меня патрул пак, у меня чешки. Нет, лежит у тебя патрул пак. Ну, он уже снял с меня. Угу. Сейчас, нафига ты арбалет взял? О, тут АКМ лежит наверху, я его забираю. Эх, он все забрал. Он, наверное, там из-за тебя двустволку нашел. А тут Ленфилд наверху лежит. Но мне надо как-то до тебя дойти. Так, ко мне зомбаки идут. Кидай в них банками. Что такое? Упор ты. Вы что, борзели, а? Откуда вы тут все беретесь? Наверное, из-за того, что с АКМа стреляет. Я стрелял с АКМ, я с ПМ. Ну нафиг вас, по лестнице пройдусь. Я хотел фонарик там взять, лежал. Ну ладно. Я возьму. Так, где этот спаун, интересно? Я его убить хочу. Ой, я чуть не упал. Он где-то в магазине, наверное, сейчас в школе. Где-то там, тусуется. Только ты аккуратно, там у него топор. Ну блин, сблизи, сдали, он меня точно не убьет.
Если не со спины, конечно. А то он ко мне подло подкрался со спины. Я он сейчас подо мной. Он наверх ползет, прикинь. С топором. Вали его. Он сидит тут так. С ПМом, сука. Наверх задницу. Ай, меня зомби бьет. Из текстур сука вылез. На, нафиг, всадил в него. Завалил. Все, он готов. О, здесь автобус стоит. Что чинить надо, посмотри. Я же издалека вижу, что, по-моему, два колеса сзади. А я что, в тебя стрелял, что? А, это я не тебе, это я фаунд. А смысл, все равно лучше Волгу починить. Мирный, он орет на меня. Ага, конечно, блин, в тебя стрелял. Ой, тебя убил, то есть. Так, забираю тебя. Он хотя флягу ты сам заберешь тогда. А, это ты. Ё-моё, я же испугался. Ты... Это он? Нет, он наверху лежит. У него там ПМ, по-моему. О, у меня карта ли? А, карта на сути есть. Вот тут заряд там 107. Взять, как думаешь? Ну хотя ладно, ты себе ну, возьми вот, в этой чешке. Потом. Сейчас снаряжение. И ладно, я у него там чешки заберу. Ой! А сам ты... А где он там? По лестнице, да, надо ну, поднимать? Ну вот по лестнице из-за этой фигни он валяется. Ну откуда угу. Я обычно зомбаков стреляюсь. Банка. Это ты, да? Ах ты еще. Я у него чешский забрал. Так, у него морфий один возьму. О, топорик. Я, наверное, заберу, сложу его. Пригодится полезная вещь. У него макаров, это хорошо. Часики. А где там Орел Леонфилд валялся? Там вверху, в пожарке. Блин, ты патроны для макаров что-то забрал? Взял, сбросил, все, тут еда у него лежит теперь. А, посмотри, у него в этом патрол паки. Там две газировки осталось только. Так у тебя что тут? Дай мне еду. А у меня должна была еда быть. У тебя в патрол паке в моем. Ты мой патрол пак забрал? Проверю этот. Ты оттуда это не, ну, не посмотришь. Нет, здесь только патроны для этого, для дробовика. Там должна была быть еда, я туда еду закидал. Потом разберемся. Короче, сейчас снова в магазин сходим, все равно в ту сторону пойдем. Что-то как новенький. Ой, как новенький. Как маленький. Подожди, а я сюда еще не слез. Да, отсюда только можно. Слез сюда. Я оделся сюда слез. Сейчас меня опять тут зомби ударит. Они вон меня кровлют уже, гады. Ай-яй-яй. Сволочи. Правильно, агри их всех нашли. Не хочу. А я тихо, мирно сейчас спущусь. Да, тихо, мирно. За мной же так два десятка. Так, ладно, я тебя флягу забираю. Забирай. Так, надо палатку взять в рюкзак. Две палатки, наверное, возьмем, да? Да иди, ты задолбали меня. Сама наверху лежит Ленфилд. Снаряжение, быстро взять Ленфилд. Слушай, я на фарм записываю, вроде меня с ним раньше лагало. Странно, сейчас не лагает. Не знаю. Но это все к лучшему. Ой, ёлки. Что там? Друзья, товарищи. Так, ну я, короче, в больницу прибежал. Сейчас медикаменты надо взять. Морфий есть, пакет крови один. Угу.
Тогда я, наверное, в пожарку пробегусь вторую. Угу. Давай. У тебя все равно места больше, чем магазин. Посмотри, там что появилось, может. Ну ладно. Я тут антибиотики сейчас посмотрю, может, есть. Вроде нет. Чего у нас какой-то не получается для новичков, так уже бегаем для себя. Ну причем показываем, как что набирать надо. Как от зомбаков желательно убегать. Не даваться ей. О, тут бинокль. Я в школу забежал. Беру. Сейчас на третий этаж. Набери, проверю. Я там не был. О, еще один рюкзачок. Опять палатка лежит одна. А тут рюкзак лежит. Вот так. Так, я чувствую, там опять зомбаки. Может, повезете сейчас Алис похоже на него. Дюпнем! Только на задний. Ну, тогда мы скажем, что флешку нужно. Ну или обычная хотя бы одежда. Ну да. Я тоже в магазин бегу. Я уже думал, что зомби ко мне подбегает. В наглую тогда. Я все. Кстати, ты хотел еду, тут три банки я лежит еды. Отлично. Ну тогда я в пожарку побежал. Так. У тебя фляга есть? Может, тебе тоже. У тебя фляга есть? А? Так, нету. Иду... Да нет, нашел? Я просто это... думал, палатку выкидывать или нет. Выкинь, у нас все равно сейчас две палатки, одна у меня. А, ну да. Другая у тебя. Ну, я выкинул уже. Зачем нам больше? Например, на нынешнем этапе нам только одной палатки хватит. Ставим их где-нибудь возле старого собора, наверное. Потом другие туда приходить будут. Нам бы велосипеды? Сейчас. Машину как-то неохота собирать. А хотя подожди, там, ну, я не понял, на больнице там была вертушка или нет? Вот нет, этого я не видел. Так, тут станок. О! Ой, ё-моё! Ты ж предупреждаю, наверное. Тут М9 лежит, пистолет. Да вот здесь. Где? Тут АК-74 наверху. Вот зараза, только что. Я пробегал, только что тут-то никакого не было. Я даже взять его еще не могу. Осколочные гранаты, забираю. Сейчас в рок сходим, там возможно есть этот вертолет. Тут зомби веселые побежали. Я, наверное, М9 возьму, он более автоматический. Я АК-74 там наверху. Да, то давай меняю. О, фонарашками, нормально. Хотя лучше бы я с Ленфилдом остался. Да-да-да. Ты стрелял? Больше патронов на М9 нету. Это задолбали тут ползать. Так, вот смотри, он... У тебя морфия, не одолжишь мне пару морфинов? Возьми меня из рюкзака. А, у меня зомби урдус почему-то засчиталось. Может, это не он тебя убил с топором? Он, хотя у него там рюкзак был. Он тебя убил. Я просто мёрдерсом. Сзади с топором маньяк какой-то мне стоял. Ну вот, тогда пошли в рот. В рот. Я еще станоков прихвачу с собой. Вдруг. Так, тут топор есть, я его забираю. Кстати, у него можно было топор забрать. Вот топоры не даются. Я забрал. Меня зомби коснул. Так. Ну, короче, я на горочку подниматься начинаю. Ну-ка, интересно, сейчас метки работают. Не, не работают так же. Ну, ничего страшного.
Так, ну, в принципе, лот мы нашли. Угу. Первоначально. Теперь осталось за малым. Раздобыть еще лучше лут. Ну да. И транспорт. В принципе, вот эту Волгу собрать можно, но как-то неохота. Я лучше сейчас велосипед или мотоцикл возьму. Угу. Как-то они мне сейчас тоже больше верно нравятся, на них быстрее передвигаешься. Если анимацию только не изменили на мотоцикле. У тебя бинокль есть, да? А мне нет. Да. Я тебе не отдам. Да ладно, я найду. У меня еще патрон для ЧЗ-ка есть. ЧЗ-ка моя будет тогда. Ну, конечно. Ну, если я найду. Даже если ты найдешь, она моя будет. Моё. Всё моё. Да я бегу. Я тебя потерял. Наверх. Я почти на гору добрую поднялся. А, ну тут понятно, почему я тебя не вижу. Сбоку от тебя слева. Ну чё, давай, может, с АКМ тогда покемперим тут по новичкам. Ха-ха-ха. Ну что, он стреляет до 800 метров, по-моему, сейчас. Да, на 800 метров не ваш. Я понимаю, если была бы ЧЗ-ка, тогда еще можно было бы. Ну толку, сейчас ни у кого, ну ничего ни у кого нету, считай. Это равносильно, что можно залезть сейчас на больницу и сидеть так, тра-та-та, устраивать. Как вчера вот там. С ДМРкой сидели. С ДМРкой Глубан был. Но на острове. А, тот. Нет, еще один. Но он на старом хэтчбеке разъезжали. Корки, корки. Я у него этот ДМРку забрал. Да? Ну почему я просил, чтобы за тобой там по зомби бегало? Я же, короче, к дорогу подбегаю. А я бегу, 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 бегу по лесу. Симулятор бега по лесу. А потом будет симулятор езды. По лесу. Прикинь, сейчас в Рог приходим, там стоит вертушка починенная, и в Роге еще... Апач, да? Апач сразу стоит. И еще эти лежат, канистры. Штук 5-6. Ну, нам до заправки хватит. И автоматы с гранатометами. Прям радость детская. Ты где? Бендер был убит. Я, по-моему, я тебя вижу. Да, вон ты. Вижу выжившего, 100 метров. Я бегу, 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 бегу. Я тебя потом постреляю. Не, он как вчера бегал. От пули уворачивал. Я вчера понял, что что-то эти ставил. Вообще было. Угу. И сегодня я думаю же хедшот поставил с спауну. Не, ну от автомата и сложнее уворачивать. Очередь, в принципе, дал и готов. От пулемета вообще не увернешься. Сейчас снайперок можно поуворачиваться. Хотя ДМР вообще-то это автоматическое. Смотри, еще какой вот стрелок стреляет из нее. Все же думают, вот я найду сейчас снайперскую винтовку, буду сейчас стрелять по всем, ла-ла-ла, кемпером заделать обалденно. Я раньше тоже так думал, потом как со снайперки какой-то пострелял, что-то думаю, вообще как с ней стрелять. Но там научился вроде как. Снайперка не мое. Это я уже понял. Не, я могу пострелять только там из этих. М24, Барретт и АС. Вот из них я могу пострелять. А ЧЗ, ДБР, СВД это не мое. Ну с СВД я, конечно, похуже стреляю, чем с ДМР, а там или С-50. Не, пулемет МК-48, вот. Мне больше ничего не надо.
Да. По кустам, да? Админ вдох. Да, по. Так я даже не думал, что я так попугать хотел. В принципе, слушай, стабильная запись идет так. 20 FPS держится. Ну не 20, почти 30. Смотришь, летсплей будем сейчас снимать скоро. Помню. Да. Сериал заснимем. Оп, что-то подлагивать начало. И будем называть прохождение картавого. Нет, так, в электро идем, говорим так. Так, мы приближаемся к обителю. Нет, мы приближаемся к картавого. Картавого. Как тогда, админ, ты помнишь? Электрообитель картавого. Надо будет еще корову какую-нибудь там найти, убить ее, поесть мясо. А то мне 10 тысяч. Мясо, мясо. Ну странно, что-то Элис даже ни одного не было в городе. Обычно они резкуются часто так. Кто? Отырили. Там Бендер. Ай, Бендера там не было, там этот был, спаун, и вроде все. Больше никого не было, кроме нас в трое. Так, на роге вертушки нету. Значит, другие. А, может он их вообще убрал? Чем он? Он же, ну, говорили то, что их уберут вертушки. Зачем? Такой полезный транспорт. Лагеря чужие, да? За двумя пулеметами. Лагеря чужие. А? Да-да-да. Я думаю, что из-за этого и убрали. Потому что мы с помощью них тяжело еле находили. Ой-ой, что-то меня лагает. Чувствую, сейчас прекращу записывать. Сейчас, если еще немножко будет. Ой, блин. Накаркали. Ладно, я прекращу сейчас, через другую программу начну записывать. Это будет как бы первая часть, а то вторая. Так что подожди, подожди. Походу. Всем пока. Подожди, не, ну в этой части всем пока, а потом всем привет. Нет, вон вертушка стоит. Да. Значит, всем привет. Угу. Да, вертолет стоит, кстати. Давай. Я пошел улетать. Я полечу в Голландию. На болото нашел. Ха-ха-ха, тут Алиспак моей мечты. Да они все равно сюда не заходят. Их. Пока мы все Алиспак. Ой, Алиспак? Ну давай. Пока мы все Алиспак забирают свои мечты. Ха-ха-ха. Нафиг. Тут лом твоей мечты. Нет, надо все-таки новую часть начинать. Ну ладно, в этой части всем пока. Сейчас буду следующую записывать. Да, пока-пока-пока.